Вот так весело с песнями и танцами в парке историко-краеведческого музея усадьба Фрянова прошел фестиваль под названием «Лен цветет». У фестиваля два этапа. В мае месяце лен сажают, а уже осенью в сентябре его будут собирать. При усадьбе работает кружок по ручному ткачеству, где участники собранный лен мнут и чешут, чтобы получилась нить, кудельку, из которой уже можно шить льняную ткань. Главное событие сегодняшнего мероприятия – это, собственно, посадка льна. Ну, поскольку это событие такое по времени краткое, но очень много значащих вещей для нас в этом содержится, да, это наша традиция, наша история, наша культура, то мы решили вот не просто обозначиться, да, там выйти в поле лен посеять, а сделать все-таки целый фестиваль. Пригласили фольклорные коллективы, пригласили мастериц, ткачей. Фестиваль «Лен цветет» собрал на одной площадке коллективы со всего Подмосковья – Щелково, Фрязино, Черноголовки и Душонова. Гостей праздника, решивших принять участие в увлекательном мероприятии, тоже пожаловало немало – как взрослых, так и совсем маленьких. Ну вот не так давно к нам присоединили парк, и, конечно, хочется, чтобы эта территория тоже жила, чтобы здесь проходили праздники, проходили мероприятия. Ну и вот мы потихоньку стали делать шаги в этом направлении. Для гостей подготовили не только веселую концертную программу, но и всевозможные мастер-классы, а также выставку-продажу изделий народных промыслов. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.